Привет, ребята! Как нас слышно, видно? Ставьте плюсики в чате. Привет, привет! С вами сегодня Михаил Булавцев и Лилия Донскова. Вау! Как настроение? Супер! Отлично, ребята! Мы вас приветствуем на нашем онлайн-поздравительном банкете по итогам 9-го каталога. И я хочу вас поздравить, что каждый каталог – это просто супер вызов. Это новые планы, новые достижения, новое развитие у каждого из вас. И в нашей команде очень много новых результатов. И мы вам благодарны за то, что вы выбрали наш проект, нашу команду. И желаем вам всех, всем-всем-всем успехов, карьерного роста, мощного продвижения по нашей лестнице успеха. Дружно, динамично. И каждому из вас дружную-дружную команду. Таких же амбициозных людей, которых не устраивает то, что происходит сейчас, как говорится, да, у них в жизни, они хотят лучше и ищут новые возможности. И мы вас всех очень-очень любим, и новичков, и тех, кто с нами уже долго вместе идет, как говорится, по одному пути. И сегодня мы каждого из вас поздравим с результатами, которые у вас случились. Получились в 9-м каталоге. Итак, готовы? Первое, я хочу озвучить правила. У нас принято хлопать, топать, визжать от восторга. И когда видишь себя на слайдах, то активно слать смайлики. И, конечно же, поддерживать всех-всех-всех наших поздравленцев. Ребят, давайте порепетируем сами себе дружно смайликами, восклицательными знаками, плюсиками. Восьмерочками, восьмерочки и пятерочки – это тоже супер приветствие. Итак, приступаем. Молодцы, отлично. И я хочу в первую очередь низкий поклон прямо вот до земли отвесить нашим спикерам, трудяшкам, пчелкам, которые, не покладая рук, даже в такое прекрасное летнее время, когда хочется отдохнуть, побольше погулять, они, не покладая рук, ведут наши суперсеминары. Ребята, аплодисменты огромные нашим спикерам. Некоторые из них сейчас тоже в отъезде, на отдыхе. И тем не менее, как только они возвращаются, то они тут же сразу включаются, как говорится, в бой. Молодцы, спасибо вам огромное. И вы, наверное, заметили, на слайде новый спикер появился. Михаил Булавцев. Да. Да, памятники нужно ставить прям из золотых слитков. И хочу поздравить и отметить участников премьер-клуба. Ребят, очень здорово, что лето нам компания подарила просто невероятное. И для тех, кто не ленится, для тех, кто старается, вы можете получать и уже получаете премии. Если заказ больше 100 баллов, то это премия 5%. Если заказ больше 150 баллов, то премия 10% от суммы заказа. Итак, посмотрим, кто же эти счастливчики, которые выполнили условия и получили свои деньги. Ребята, кто видит себя на слайдах, ставьте в чате смайлики. А остальные все восклицательными знаками поздравляем. Людей очень много, перечислять не буду. Это вот вся наша российская команда. И я знаю, что очень активно работает команда Украины. У них тоже огромные заказы. И в вашу честь звучат фанфары. Отлично! Как здорово сегодня с нашей техникой. Фанфары включаются просто при одной мысли, что они нужны. Автоматически. Ребят, молодцы! Спасибо вам огромное, то, что вы увидели эти возможности, берете их и, как говорится, становитесь сами лучше, вам лучше. И самое главное, людям помогаете лучше выглядеть благодаря нашей красивой, классной косметике. Так, двигаемся дальше. И прошли у нас еще один шаг квалификации на конференцию в Анталью, которая состоится в 2016 году. И мы сейчас активно двигаемся вперед, шаг за шагом, каталог за каталогом. И, кстати, каталог номер 10 – это последний шанс, когда каждый из вас может включиться в этот проект. Ребят, и если вы сомневаетесь, быть или не быть, иметь или не иметь,
делать или не делать, я вам хочу сказать, рискните, ребят. Ну, это же ваша жизнь. Ну, проживите ее ярко, играючи, действуйте. Знаете, как потом круто? Вот у нас девочки квалифицировались, Аня Мутасова и Мария Склиренко. И поедут в Египет в октябре. Уже девчата через 2 месяца полетят в Египет, представляете? Бесплатно, за счет компании. Уже получили загранники, сделали, купили чемоданы и потихоньку уже составляют список вещей, которые с собой возьмут. Вы можете себе представить, а могли бы, да, сказать, ну, это, наверное, сложно, я, наверное, не потяну. Но они смогли, потянули. Я знаю, что было трудно, были месяцы такие тяжелые, когда девчата вот, ну, вкладывали свои деньги, то есть немножко даже добивали заказы. Но вот эта вот вера, то, что я сделаю, получится, вы знаете, это очень мощно. Вот каждый раз, преодолевая какую-то трудность, вы становитесь сильнее. Понимаете, ребят, нельзя вот в тепличных условиях, ничего не делая, не преодолевая трудностей, меняться. Вы знаете, как только в трудностях, когда вы работаете над собой, вы становитесь личностью. С каждым разом вы поднимаетесь даже над собой все выше и выше. Согласны со мной, ребят? И аплодисменты нашим партнерам, которые приняли вызов и сейчас идут по этой программе активно. Супер, вообще аж мурашки. Ребят, я желаю вам пройти до конца. Не останавливайтесь перед трудностями. Принимайте все вызовы, у вас все получится. И сейчас я хочу представить команду менеджера 12% Михаила Булавцева. И мы вместе поздравим наших партнеров. Это я, ставим смайлики. Да, Миш, ты что себе смайлик не ставишь? Ребят, давайте поздравим Мишу за то, что он принял выбор такой и поменял работу в полиции на работу в интернет-проекте. Потому что нам от этого с вами, конечно, только лучше. Потому что Миша помогает технически нам решать многие вопросы. А сейчас настолько стало уже ему интересно, что он каждый день заставляет меня снимать какие-то ролики. Обратите внимание на мои ногти. Видно вам? Только сейчас мы закончили съемку ролика, как красить нашими лаками, делать маникюр красивый. И так каждый день. То есть, да, это стало очень-очень интересно. Итак, мы хотим поздравить активных участников нашего проекта. Ребят, которые уже включились в работу. Это Любовь Баранова из города Балаково. Она и мама, и бабушка. Личный заказ 70 баллов, а с командой вышла на 3%, 288 баллов. И пригласила ее дочка Оля Абальмасова. Наша подруга. Вот так вот. То есть зовите друзей, это круто. Андрей Белокур, 43 балла, город Саратов. Спонсор Марат Нугаев. Буганкова Даша, ребят, 11 лет ребенку, 33 балла личный заказ, работает вдруг вокруг, вы видите ее фотографию, это она у нас дома, у нее пришли первые отклики, вы бы видели, какое это было счастье на лице у ребенка, она просто вот, ну... Сидеть не могла. Она просто, да, мы ей предлагали покушать вкусняшки, перед ней стоял ужин, она говорит, не могу, не могу, у меня отклики идут, мне нужно отвечать. Ребят, 11 лет, ребенок смог и сможет, значит, любой, абсолютно. Если человек обучаемый, если хочет, давайте Даше аплодисменты подарим. Она просто умничка, надеюсь, что ее, как говорится, запал не пройдет. И хотел бы добавить, Даша без 5 минут уже как менеджер 9%. Ого! Скоро, да, он будет самый молодой директор у нас в команде. И мы поздравляем новых активных партнеров и не очень новых. Это Леночка Ксенкова, ее пригласила Оля Абальмасова. И знаете, вот как жизнь сложилась интересно. Лена раньше была у меня в команде, давным-давно. Потом она ушла в первый декретный отпуск, потом плавно перешла во второй. И мы потерялись с ней, она живет в другом городе. Тогда интернет не был так развит здорово. И сейчас вот просто чисто вот судьба ее опять привела в нашу команду через Олю. И я очень рада, Леночке желаю успехов. Такого бодрого начала и активного продвижения по карьерной лестнице. Аплодисменты. Яночка Радимова, 51 балл. И Оксана Егорова, 42 балла. Личный заказ. Ребята, поздравляю.
И также поздравляем Ксению Орлову, Галину Сандульскую, Наталью Доронину и Татьяну Гамоля. Кстати, ребят, Татьяна у нас в команде давно, а вчера она мне написала в Одноклассниках, что ее заинтересовал наш интернет-проект. То есть она была просто потребителем. И вчера она приезжала к нам в гости, мы ей все показывали, рассказывали, провели с Мишей презентацию, напоили ее нашими wellness-чаями вкусными. И сегодня Танюшка уже зарегистрировала своего мужа в команду, и они решили вместе активно строить бизнес. Я желаю огромных успехов семье Гамоля, продвижения и супер-супер дружной команды. Так держать, да? Ребята, аплодируем. И также поздравляем Анжелу, Александра, Наталью и Зинаиду с тем, что они выбрали классную супер-косметику Oriflame. Кожухова Елена, Аида Тайшева, новичок наш, Татьяна Проскура активно включается сейчас в обучение, каждый день задает вопросы, такая умничка, тоже мама сидит в декрете. И Жухар Бегалиева, тоже девочка, кстати, из магазина по соседству, где мы покупаем собачий корм. Она теперь наш партнер по бизнесу. Ребят, люди есть везде, главное, да, вы их видите или не видите. Поздравляем! Давай ты. Наконец-таки мне досталось слово. Я даже боялся перебить. Итак, поздравляем наших активных партнеров. Даянов Тимур сделал личный заказ 43 балла. Спонсор супруга Даянова Вера. Секундочку. Поздравляем Решетникову Екатерину. Личный заказ 72 балла. Спонсор Марат Нугаев. И Сажнову Надежду. Личный заказ 51 балл. И спонсор, выше сказано, Екатерина Решетникова. Так держать, молодцы. И бурные аплодисменты, ребята. Я надеюсь, сейчас Ксюша у нас в комнате. Оксаночка, я тебя поздравляю. Оксана тоже написала сама в Одноклассниках по рекомендации, попросилась помочь ей с дисконтом, чтобы пользоваться самой продукцией. А буквально немножечко она посмотрела наше видео, услышала какие-то, да, интересные вещи, пришла на презентацию и сказала, а почему бы не попробовать себя в этом бизнесе, очень даже интересно. И тут пошла такая череда событий. Во-первых, Оксана сидела еще в декретном отпуске, и буквально она у нас была в гостях на прошлой неделе, да? Да вот в конце недели. В пятницу. Да, то есть она приехала к нам в гости, мы чуть-чуть пообщались, а на следующий день мне Оксана говорит, я уволилась, то есть ей нужно было выходить на работу уже из декретного отпуска, она сказала, я уволилась, забрала трудовую книжку и хочу работать серьезно в проекте. Ребят, это супер вообще решение, я это называю «сжечь мосты». То есть, да, не оставить уже себе таких отходных путей, а просто начать вот принять решение и погрузиться в эту атмосферу, потому что начнет получаться однозначно. А тут следующая ситуация. Оксана прошла первый шаг стартовой программы очень активно, очень успешно. Пригласила одного новичка, и вчера только буквально мы с ней говорили о том, что сложно, много делает, нет регистрации. Ребята, у кого такое вот есть состояние, что делаешь-делаешь, а выхода нету? Никто или отзываются, а потом не регистрируются, или пишут какую-нибудь ерунду. А бывает даже очень, даже нецензурно пишут, что очень особенно неприятно. У кого такое бывает? Бывает, да, ребят, бывает. Вы знаете, мне так нравится, как Оксана к этому позитивно относится. Она вот просто молодец. Ой, Оксаночка, ты здесь, супер. Вот, мне очень нравится то, что, да, так, ну, с пониманием, что, да, ну, люди разные. Да, может, у них там что-то в жизни плохо, они вот отрываются в интернете, не видно же, да, никто не видит, можно и нахамить. Ну, конечно же, это не очень хорошо. Самое главное, ребят, после того, как мы пообщались, я говорю, Оксан, есть такое понятие, как маховик. Нужно его вот раскрутить, раскачать. Что это значит? Это значит, что какое-то время вы делаете, делаете, может быть, нет результата, а потом он попрет, как из рога изобилия. Вот просто повалятся регистрации одна за другой. Главное, вот знаете, с юмором к этому относитесь, не опускайте руки и делайте, и относитесь к этому просто как работа, рабочие моменты, надо просто это делать, и все. Договорились?
Вот, и тогда у вас все будет супер получаться. Оксан, желаем тебе вот вместе от нашей дружной семьи карьерного роста мощного. Мы тебе обещаем, поможем всем, чем можем. Здорово, что ты тоже живешь в Саратове. Приезжай к нам в гости. В любое время, с любыми вопросами. С любыми сладостями, кроме конфет. Вот. Продолжаем двигаться дальше. Хочу поздравить тоже Вебер Мария. Мария тоже мамочка в декрете, и она тоже еще и работает, и начинает изучать работу в проекте. Я надеюсь, что у Маши все получится, очень бы хотелось, потому что настолько позитивный, интересный человек. Хотелось бы видеть ее в команде директоров тоже. А спонсор Наталья Баирова. Наталья молодчина, нашла классного партнера. Продолжаем двигаться дальше и поздравляем. Конечно. И поздравляем Викторию Захарченко с успешным прохождением третьего шага стартовой программы. Вика тоже влюбилась в нашу косметику, и я надеюсь, что она тоже рассмотрит это как бизнес, не просто как потребление, а именно как бизнес серьезный. И вот мужчины на коленях поздравляют наших красивых девушек. Олечку Алексинцеву поздравляем тоже с прохождением третьего шага стартовой программы. Она так активно включилась сначала в работу, а сейчас как-то у нее, да, какие-то обстоятельства жизненные, что она, ну, не активна в проекте, но я надеюсь, что это временно. Но заказы делает, не пропадает. Да, и бывает такое, ребят, может быть, кто-то что-то сказал, кто-то охладил. Я надеюсь, что Ольга сделает свой прорыв в жизни, потому что она будет потрясающим руководителем команды, потому что это очень добрый, теплый, открытый человек. И поздравляем Ольгу Абальмасову, дочку как раз Барановой Любови, которую раньше поздравляли. Оля прошла третий шаг стартовой программы, набрала заказ на 163 личных балла. Простите. Командой набрали 602 балла, то есть такая уже уверенная шестерка. В планах мы поставили на 10-й каталог результат открыть менеджера 9%. Оля получила зарплату практически 1500 рублей и квалифицировалась на Анталью. Уже второй шаг у Оли. Спонсор Булавцев Михаил. Сейчас, прошу прощения. Аплодисменты Олечке. И мы поздравляем активных партнеров нашей команды. Катя Гаврилюк, Бородину Анютку и Веру Даянову. Активные наши партнеры. И, кстати, вот Анютка Бородина очень сильно заинтересовалась бизнесом, хотя изначально пришла на потребление, просто на экономию. Но вы видите, что под ней растет огромная команда, и она это тоже заметила. И сказал нам: вернусь с моря, а мы буквально ждем ее со дня на день, и возьмусь за дело со всей душой. Так что, ребята, аплодируем нашим активистам. Веру сказала, Верочка вообще молодец. Вера умничка. И поздравляем. Снова Любовь Баранову. С новым уровнем 3%. Совсем чуть-чуть осталось, и уверен, что в новом каталоге уже будем поздравлять с новым уровнем 6%. Супер, аплодисменты. Оль, молодец. И очень радует, что вы понимаете, что самое круто – это звать своих близких и родственников в команду. И огромные молодцы.
Это Рощина Катя, Жилина Людмила, Шайнова Татьяна и Головинская Екатерина. Немножечко еще просто у нас получилось, что две презентации пересекаются, и я поздравляю, еще девчонки будут поздравлять. Хочу особенно сказать про Катю Головинскую. Это партнер Красилова Александра. Он очень хвалит Катю, говорит, она настолько целеустремленная, активная, так вот во все вникает, активно включается в рабочий процесс, поэтому аплодисменты всем. И вы просто супер молодцы, так держать. И поздравляем Алену Попову, Максимову Леночку, Лебедеву Лилю и Семину Екатерину с огромными классными заказами. Молодцы! И... У нас новый менеджер 9%. Ура! Нугаев Марат. Поздравляем Марата. Марат набрал с командой 926 баллов. Сделал огромный личный заказ 401 балл. Ой, прошу прощения. Открой это. Получил. Выпустим. Сейчас, секунду, форс-мажор. Сейчас, ребят, секунду. Маленький форс-мажор. Я пока продолжу. А почему я хочу вот особенно Марата поздравить? Потому что ну, человек тоже очень стал нам близким другом. Он тоже из города Саратов. Много общаемся, встречаемся. Он записывает интереснейшие видеоматериалы для сервисного центра, для нашей команды. Вы наверняка да, заметили уже, я часто выкладываю видео с его канала поздравительные. Да, вы Марата, может быть, и не видели раньше, но дело в том, что мы сначала Марата пригласили работать в интернете, и он так вроде бы загорелся этой идеей, а потом посмотрел и говорит, нет, сетевой маркетинг нужно делать в реале, у меня столько друзей классных, тоже их кто-то другой позовет, и он сейчас активно работает со своими друзьями и с родственниками, у него очень классная команда, просто вот, плотненькая, дружная. Вот учитывая, да, что только третий каталог мы вместе, по-моему, третий или четвертый, и уже такой активный результат. Марат выполняет квалификацию на Анталию, то есть каждый уже три раза подряд он уже выполнил квалификацию, поэтому я желаю успехов и супер просто достижений, потому что этот человек, он может вести за собой очень много людей, потому что прекрасные, вот именно есть качество обучающий, то есть он может обучать, терпеливый, такой внимательный. Ребят, с удовольствием поздравляем Марата еще раз, и ваши аплодисменты будут очень-очень кстати. А сейчас у нас... Супер-лотерея! Так, ребят, сейчас я вам сначала показываю наши слайды, чтобы вы посмотрели списки людей. Сейчас, секундочку. Как начнете видеть, поставьте плюсики. То есть это у нас 10 человек и еще 10. Видно, да? Надеюсь, вы видите. Запомнили нумерацию? Мы потом к этому вернемся. Так, сейчас поменять ничего не успеем. Да, точно, и не собираемся. А сейчас перед вами должен быть генератор случайных чисел. Видите, да? То есть здесь у нас мы ничего не меняли. Стоит от единички до 100. Мы сейчас меняем от единички до 20. И только один раз мы нажмем на кнопочку «Сгенерировать». И тот номер, который выпадет, именно он станет обладателем вот этой шикарной тональной основы. Вы готовы? Кто хочет выиграть? Кто хочет, чтобы его команде выиграли новички? Ставьте восклицательные знаки, смайлики. Последний раз у нас выигрывала, в прошлый раз, Аня Вертей, да, бабушка ее, выиграла туалетную воду. Мы ей с удовольствием вручили в офисе на чайной встрече. Итак, Миша, я думаю, что фанфаром самое время. Поехали. Нажимай. Жму. Один раз. Тун. Один. Вот так раз. Вау! Итак, смотрим, кто у нас под номером один. Открываю слайды, итоги. И под номером один у нас Вялков Дмитрий Николаевич. Чей консультант, признавайтесь? Я?
Ну так кто же это? В чьей команде? Посмотрим по распечатке. Раз никто не признается. И свяжемся сами с Вилковым Дмитрием. Так, ура, поздравляем. Ну, наверняка у него есть и, может быть, мама, и, может быть, жена, может быть, сестра. Найдет кому подарить. Ребят, самое главное, что человек заполнил заявку. Самое главное, что сделал заказ и захотел выиграть. Значит, получит подарок. Ребят, первая, да, вот первая часть, это наша поздравительная, наша команда закончилась. Мы сейчас передаем слово нашим менеджерам. Готовьтесь, пожалуйста, сейчас. Добрый день, друзья. Как меня слышно, плюсики ставьте. Марина у нас в ожидании, в режиме ожидания находится. Отлично. Друзья, вы молодцы, что пришли сегодня на банкет. Хочется его назвать банкет директоров. Просто себя еле сдерживаю. Значит, я думаю, в скором времени здесь точно будут одни директора. Итак, хочу поздравить с завершением каталога 9-го нашу команду. Команда у меня просто супер. Вы видите на первом слайде. Мы все едем в Анталию, да, и будем учиться садиться на шпагат на берегу. Я уже занимаюсь, работаю над этим вопросом. И у нас сейчас с вами лето. Лето – это такое классное время, классная пора, отдых, эмоции, природа. Но, вы знаете, есть особые люди, которые летом, кроме отдыха, уделяют время и на работу. Они думают о том, что же будет зимой, что же будет осенью. И, вы знаете, сеют семена именно летом. У нас есть, конечно же, активисты команды, есть кто, много людей, которые разъехались куда-то, в какие-то там уголки, где нет интернета. Но и люди, как Танюша Ельчина, Усова Катя, Гуля Фролова, они, следующий слайд, они не покидают, они продолжают работать. Также это Федорова Света, Катя Бондаренко, Вертианя, Григорьева Наташа. Это особенно у нас активная девушка, дальше я про нее скажу. И Пугачева Анна. Это наши активисты, которые очень тихо прибавляйте у себя, я, мне кажется, громко говорю, которые активно работают сейчас летом. Я не стала перечислять наших новых партнеров, которые разместили заказы. Я только элиту сюда вписала, команды, которые делают от 150 баллов и больше. Эти люди зарабатывают сейчас классные скидки, классные зарплаты, можно сказать, по вау лето. Не упускают возможности. Это менеджеры наши, Мацевания, Катя Жердева. Вот у Кати Жердевой 184 балла бонусных. И хочу напомнить, что Катя у нас проживает в маленькой деревне. И когда-то, наверное, может быть, год назад, Катя не могла себе позволить сделать даже 20 баллов. 20 баллов – это был максимальный ее заказ. И вы видите, что сейчас творит Катюшка. 4 балла, это супер, молодец. Также у нас Лена Жукова делает стабильно 150 баллов, молодец. У Леночки недавно был день рождения, буквально вчера. Давайте ее поздравим, она посмотрит записи, это обязательно. И Григорьева Наташа, это наш лидер-менеджер и самый, наверное, активный человек в это лето. Наташа у нас освоила метод соцопроса, общения с людьми. И хочу сказать, что у Наташи сейчас пошел такой результат классный. Появились новые партнеры с улицы, как мы их называем, живые, которые сделали свои первые заказы. Кто-то на 40 баллов, кто-то на 30 баллов. И
даже появляются люди, которые хотят работать в интернете. Это здорово, это очень интересно, это очень классный опыт. Наташа, а у тебя, хочу сказать, что наработка таких вот навыков, необходимых для нашего дела, идет полным ходом. Я за тебя очень рада, ты умница, продолжай в том же духе. Также у нас Татьяна Ельчина, у нее тоже классные люди в команде. Есть регистрации, Татьяна у нас всегда посещает тренинги, семинары, всегда ее вижу. Так держать, двигаться дальше, обязательно все получится. Вертияня стабильно сейчас делает 150 баллов, работает с каталогами, на улице, молодец, с родственниками очень активно. И еще хочу выделить нашу Олечку Амангалееву, потому что она радует с каждым днем. Оля у нас проживает тоже в маленькой деревне, она раньше работала в основном только с заказами, то есть собирает заказы, поэтому личные 200-150 это уже на протяжении, наверное, ну, всех лет, сколько мы знаем. Лет 6, наверное, Оля уже с нами, со мной. Это первоклассный продавец, консультант, который всегда может помочь с выбором. И сейчас Оля решила, ну что это вот все ушли в интернет? Ну где все? Я тоже хочу. И начала осваивать соцсети. Начала делать рассылки вдруг вокруг. У нее уже, ну вот три почты у меня заявки висят, три регистрации вдруг вокруг, активно отвечает, она быстро учится всему. Оль, ты уникальный человек, если учесть, что у Оли у нас плохое очень зрение, она работает через лупу, друзья, через лупу, которая, как она называется, экранная лупа. Мне кажется, я очень громко говорю, нет? Прибавлено у меня очень громко. Могу, конечно, прям в микрофон кричать, если нужно. Поэтому 5 лет в июне было. Да, у Оли у нас юбилей, а мне кажется, что я тебя 100 лет знаю. Поэтому, друзья, если вы, ну, не знаю, думаете, что вам тяжело делать рассылку или тяжело вообще работать в интернете, то посмотрите, такие люди, как Ольчика, доказывают, что возможно все. Главное, нужно только желание. Оля, у тебя обязательно получится. Мы рядом всегда, мы тебе поможем. Ты умница, продолжай в том же духе. Нарабатывай навыки. Ты у нас точно будешь директором. Также у нас хочу похвалить Фролову Гулечку. Личный заказ 164 балла. Гуля активно работает со знакомыми на работе. Везде она подключила своего мужа, который с удовольствием показывает каталоги, регистрирует людей, приводит в команду. Очень активная участница проекта. Молодец, Гулечка, продолжай в том же духе. И у нас еще Людмила Кильдюшева. 204 балла. Людмила у нас, по-моему, третий каталог, если не ошибаюсь. И вот меньше 200 баллов у Людмилы нет. То есть очень активно с первого каталога включилась в работу, прошла школу предпринимателя. Это активный партнер Татьяны Ельчиной. Ее, можно сказать, одноклассница или однокурсница, вот что-то. Поэтому Людмила молодец, аплодисменты. И следующий слайд, вот так вот я выделила не отдельными слайдами, а поименно. У нас много людей достаточно выполнили условия, выполняют для поездки. Ну как много, все относительно. Но сейчас на слайде те люди, которые осознанно подошли к этому и по максимуму стараются выполнить условия на Антаре, которые действительно туда хотят. Я всех поздравляю, друзья. Если двигаться, делать, то у вас обязательно получится. И мы все вместе потусим в Анталии. Ну, со шпагатом, как я уже сказала. Так что готовьтесь, тянитесь, чтобы сесть на шпагат и сделать такую фотку. Как говорят,
Нужно визуализировать, правильно? Вот, пожалуйста, вам визуализация. Обязательно подготовиться. Следующий слайд. Первый шаг. Стартовые программы у нас прошли Артемова Наталья. Это тоже девушка, которую мы нашли на соцопросе с Наташей Григорьевой, ее партнер. Она пробегала мимо и спросила тушь 5 в одном. Ну, так вот, мимо пробегала. Ей настолько она нужна была, и нигде ее найти невозможно. И вот мы с Наташей так вот созванивались. Я говорю: Наташа, забегай к нам в офис. Ну, как говорится, нужно заманить на свою территорию. Наташа забежала. Я говорю: Наташа, давай дисконт. И таким образом завязалось общение. Наташа с Наташей нашли общий язык. И вот они, пожалуйста, 100 бонус-баллов. Вместе они это сделали. Кристина тоже Уснунс. Такая интересная фамилия. Правильно выговорить. Лично с ней не знакома. Увидела в распечатке. Надеюсь, что в скором времени познакомлюсь. Это с команды, по-моему, Ани Пугачевой. Поэтому обязательно познакомимся. Поздравляем прошедших первый шаг. Первый шаг зачастую бывает сделать, ну, сложнее всего. И кто их делает, у того начинает притягиваться такие классные волшебные моменты, рост, деньги и так далее. Поэтому, друзья, помогайте своим партнерам делать их первые шаги, потому что они очень важны. Следующий. И у нас так вот третий шаг. Очень стабильно идут три потрясающие девушки. О двух я уже рассказала. Это Голя Фролова и Людмила Кильдюшева. Очень целеустремленные. И еще одна тоже очень классная девушка. Это Танюша. Танюша Кебус, которая активно ходит, развивается на все тренинги, семинары. Танюш, обязательно у тебя это все, как говорится, проявится, потому что обучение в нашем деле очень важно. Ты молодец, она стабильно собирает заказы через интернет, ее сестра постоянно хвалит, поэтому путь, дорожку, вперед, развивайся, и надеюсь, что в скором времени мы с тобой встретимся на банкете. У нас новые уровни 3% – это команда Наташи Григорьевой. Ну, вы понимаете, почему. Кто работает, тот и растет. Да, это Гуляева Марина, Ведяева Данута, Мамченкова Анастасия. Кто-то из них сделал свои личные заказы, кто-то еще нет пока. Вот. Да, у нас вот тройняшки. Такие вот красивые лучезарные девушки, тройняшки. Но эти девушки вышли на 3%, соответственно, они об этом знают, что у них под ними растет структура, и кто-то из них обязательно проявится и начнет действовать. А, кстати, вот одна такая история, Мамченкова Анастасия, это, как ее зовут, операционист в отделе, где я получаю зарплату. То есть в «Экспресс Волгобанке» Настя работает, она похожа, просто очень похожа на, ой, как ее зовут-то, из, Наташа, помогай, на кого она похожа? Анну, как ее зовут? С большими, нет, да, на Вертинскую, нет, еще она похожа на одну, ладно, сейчас вспомню, скажу, просто очень красивая девушка, да, она юристом работает, она сидит рядом с моим Семенович, вот, спасибо. Просто очень похож на Анну Семенович. Я, когда получала последний раз зарплату, то, ну, хотела сказать, ну, что-то меня отвлекли, я ее так присмотрела, думаю, надо занести каталог. И когда мы стояли на соцопросе, она мимо шла, и мы ее с Наташей быстренько так себе. Так что вот такие вот истории бывают, люди действительно вокруг точно, надо было фотку скачать интернета, я почему-то не додумалась, не догадалась, но
приятная очень девушка, ну и теперь мне будет еще приятнее снимать, ходить зарплату. Пусть смотрит, может быть, ее что-то другое зацепит, надо быстрее, чтобы зарплата была побольше. Это наша команда, это наш бриллиант, который движется, идет, кто-то из них активнее движется, кто-то из них медленнее, кто-то отступает, кто-то опять наступает. Но я знаю, что многие из этих людей обязательно дойдут до своей цели. Потому что в нашей команде очень здорово. И редко найдешь сейчас такой проект, где совершенно удовлетворишь все свои потребности, где ты можешь зарабатывать деньги, где ты можешь получать различные бонусы, поездки, подарок, машины, дома, но еще и иметь такой вот коллектив, позитивный, успешный коллектив, где нет каких-то там предательств, нет никаких подсиживаний, а люди все заинтересованы в успехе друг друга. Это уникально, это ценно, поэтому даже люди, которые немножко отходят обратно, они возвращаются, потому что действительно все познается в сравнении. И следующий слайд. Такая вот вам рекомендация от нашей команды для того, чтобы работать в нашем проекте, что нужно делать? Ну, во-первых, собраться. Собраться с духом, с мыслями, со всем там, чем можно. Затем нужно справиться с критикой. Для этого очень помогут элементы из йоги, да, если вы будете прекрасно владеть своим телом, своим образом мышления и уклоняться от каких-то не нравившихся вам моментах, то есть критика какая-то, либо нецензурное выражение в вашу сторону. Вам нужно научиться успевать все, поэтому очень хорошо научиться печатать и ногами, и руками, и тем, чем можно. Да, наши гаджеты компания нам периодически помогает, такие подарки дарит. Это и планшеты, и ноутбуки. Вот у меня сейчас буквально передо мной ноутбук мой подаренный, компьютер, тут еще Android, то есть надо все успевать, друзья. И что очень важно, смотреть на жизнь по-новому. Вам откроется очень много всего интересного. Меняйте свое мышление, меняйте свое мировоззрение. И, конечно же, важно совмещать. У многих из вас есть детки, поэтому совмещать можно все. Как говорят, некоторые говорят, что я не могу, потому что у меня дети, а некоторые скажут, что я могу, потому что у меня дети. И, конечно же, нужно пробовать невозможное. Если вы считаете что-то невозможным, это не факт, это только чье-то мнение. Поэтому дерзайте, друзья, успехов вам, двигайтесь вперед. Я вас всех люблю, ценю и до новых встреч. Всем привет! Как меня слышно? Поставьте плюсики. Слышно? Отлично просто! Всех приветствую на нашем банкете, поздравляю! Очень рада вас всех видеть опять. И я сегодня отвечаю за всю нашу команду Светланы Гагариной, за команду Кати Ососковой, за свою команду отвечаю. И, конечно, поздравляю всех наших любимых партнеров с окончанием 9-го каталога. Также благодарим всех за успешную работу. Мы вами гордимся, что вы продолжаете это делать, продолжаете оставаться с нами. Ценим вас и желаем вам скорейшего и очень-очень быстрого роста. И к концу года ждем 3 директоров. Лиль, давай дальше. Кто у нас? Ну, это мы... Основные партнеры у Светы, это Ососкова Катенька 12%, личный заказ сделала 150 баллов, ну это как всегда, это у нас постоянно.
Также я прошла второй шаг, уже не считаю шаги, потому что постоянно делаю уже больше 100 баллов, это для меня как закон уже какой-то, не меньше 100 баллов точно делать. И Елена Резвинская у нас 3% и личный заказ 205 баллов. Леночку поздравляю, Леночка у нас всегда с нами, всегда вот творчески, прям поэтесса какая-то у нас, и всегда всем поднимает настроение. Бывают, конечно, у всех проблемы, бывают у всех какие-то затруднения, но мы их переступаем, мы их перешагиваем и идем дальше. Давай дальше. Света у нас сегодня, я с ней списывалась, она у нас в деревне, поэтому у нее интернет не очень хороший, поэтому я за всех сегодня буду. И участники премьер-клуба. Но это мы всегда в нем, мы знаем, что там больше всего плюсов и больше всего самых хороших подарков можно получать именно из премьер-клуба. Это Света, Катя, я, Марцинкевич Надежда у Кати, Кузнецов Дмитрий, Леночка Резвинская и Афанасьева Владислава. Это наш чок, Фьюшечка наша, молодая девчоночка, которая учится, студентка, и также сейчас разбирается, работает, обучается и старается тоже развиваться и идти дальше. Давай дальше. Всех благодарим партнеров за проделанную работу и такой стих. В этот чудный светлый день пожелать не грех, чтобы за вами словно тень двигался успех, чтобы он, двигаясь за вами, семена сажал и своими семенами счастье умножал, чтобы в карьерной галерее и иных делах он сильнее и сильнее набирал размах. Это мы всем-всем желаем, не только нашей команде, но и также всей команде, всему проекту. И команда Катюши Осовского. Она сейчас у нас немножечко, конечно, занята дома, живет в деревне, огороды и все остальное, конечно, свое дают. Но Катя всегда с нами, бывает время, она выходит, с нами общается, продолжает работать, пускай не в таком темпе, как раньше, да, по осени, по зиме, но все равно она старается, идет вперед. И я просто успех хочу пожелать. Пусть будет он с вами всегда и везде. И даже когда просто будете спать, успех пусть участвует в вашей судьбе. И жизнь обретет ваша только тогда тот смысл, что ищете дни напролет. Теперь не страшна никакая беда. Я просто желаю, пускай вам везет. Давай дальше. Ну, это партнеры Катюши, это Марцинкевич Надежда, с которой это ее сестра, с которой они работают вместе. Афанасьева Ольга. Я надеюсь, что она тоже к нам вернется. Сейчас она, ей предложили пойти на работу, и она пошла. Но она никуда от нас не денется, она вернется, я знаю, обещала к нам. А также мельник Кирилл, который сегодня вышел после нескольких месяцев просто отсутствия, у него сломался компьютер. И сегодня мы с ним в чате разговаривали, он сказал, он просто его включил, и он начал работать. Вот так даже бывает. Да, Оля у нас сдалась в рабство. Кирилл у нас вернулся, также вернулся Валера, чему мы тоже очень рады, у него были проблемы тоже с компьютером. Иногда, да, техника подводит. Человек хочет работать и дальше развиваться, да, но техника не выдерживает такого. Также это Надежда Рошенкевич, которая продолжает работает сейчас и выходит с нами на связь. Кузнецов Дмитрий, Садыкова Ирина, Садыков Хаким, это муж и жена, и Беседин Владимир. Со всеми Катюша работает, пускай не так, конечно, сейчас активно, как раньше, но где-то есть. И наша команда – это Кравченко Роман и Брюханова Галины. Кравченко Роман – это мой муж. Мы с ним вместе работаем. Он поначалу тоже не очень хотел, но сейчас активно работает, активно рекрутирует. Есть несколько новичков у него, которые немножко подзаснули так. Но ничего, я думаю, что все исправится, и все мы справимся с этим. И, конечно, счастье не в деньгах. И это каждому понятно. Но черт возьми, ведь так приятно купить все то, что видишь в снах. И на лазурных берегах закат тихо наблюдая, сидеть о чем-то там мечтая. Не беспокойся о средствах. И потому желаем всех достатка и удачи. А как же может быть иначе на светлой жизни полосе? Поэтому я всем-всем желаю достатка, всем желаю движения, продвижения и огромного заработка. Давай дальше.
И также хочу поздравить своих новичков. Не успела Ленину фотографию поставить сюда, Лиля уже загрузила. Это Владислава Афанасьева, как я уже говорила, она наша Кюшечка, прошла первый шаг. Ей желаю быстрого роста, потому что очень активная, позитивная девушка, мы с ней очень часто общаемся. И она, знаете, такой человек, который, если взялся за дело, то она добивается в этом, уже идет до конца, она не бросает на полдороги. Я уверена, что она добьется своих целей, своих желаний. Да, миленькая такая. И Елена Ивановна Чухланцева, это наш новичок. Она сделала первый заказ, я ее поздравляю. И сегодня поздравляю Леночку с первым партнером. Она сегодня подключила, уже совсем недавно пришла к нам. Даже скажу, по-моему, 7 числа она пришла. Да, совсем-совсем тут на днях она пришла и уже подключила первого партнера. А Леночка разбирается, обучается, спрашивает, много-много вопросов задает. Это я очень приветствую, когда человек интересуется, задает много вопросов. Поэтому, Лен, не стесняйся, мы всегда на связи будем, и все у тебя обязательно получится. Этого просто невозможно избежать, у тебя будет успех. И что у нас там дальше, уже не помню. Также наши постоянные партнеры, которые делают заказы, я их тоже поздравляю. У всех бывают проблемы, у всех бывают какие-то семейные, какие-то технические проблемы. Но мы идем вперед и мы двигаемся. И я желаю вам достатка, чтобы жилось вам очень сладко. На себя не экономить, щедрым быть, а близких помнить. Будьте сказочно богаты и достатку очень рады. Пусть вам деньги помогают и мечты осуществляют. У меня сегодня о деньгах, чтобы вы богатые. Я прям заколдую вас всех, чтобы вы достигли своих целей и достигли своих мечт и желаний, их осуществили. По-моему, у меня все. Всем спасибо, всех жду на презентации, чтобы обязательно-обязательно ходили на презентации и зовите своих новичков. Лиль, спасибо. Привет, как меня слышно и видно? Поставьте плюсики. Отлично, супер. Я рада видеть вас всех и поздравляю всех с успешным завершением 9-го каталога 2015 года. А теперь хорошо слышно? Прибавлю. А теперь хорошо слышно? Я в этом каталоге вышла на 6% без помощи спонсора. И следующий слайд. Я хочу поприветствовать замечательную команду. Это мои активные партнеры, вы видите их на слайде, которые рекрутируют, делают заказы. Можно следующий слайд? Или активисты нашей команды. Это Оксана Храмова сделала заказ на 42 балла. Ольга Латышева сделала на 52 балла. Молодцы. Следующий слайд. Новые партнеры. Пришло у нас в этом каталоге 11 новичков. И из них разместили заказы 2 человека. Вы их видите на слайде. Это Светлана Белькова сделала заказ на 20 баллов. Марина Липинская сделала заказ на 27 баллов. Они сейчас обучаются, задают вопросы. И я здесь стихотворение вставила. Что пожелать вам? Конечно, счастье, оно везде, в цветах, в мечтах, порой в музыке, порой в ненастье, порой только в дорогих глазах. Пусть не коснется вас беда, так будьте счастливы всегда. Следующий слайд. Участники премьер-клуба, которые делали личные заказы от 150 баллов. Это я сделала заказ в этом каталоге на 156 баллов, и Зинаида Золочевская на 158 баллов сделала заказ. Поздравляю! Аплодисменты давайте. Следующий заказ.
Ой, следующий слайд. И лучшие рекрутеры в этом каталоге – это я. Я пригласила в этом каталоге 9 человек. Да, это мало и маленький результат, но пришли... Но пришло много активных партнеров. Я буду стараться, чтобы был большой результат. Следующий слайд. И поздравляю Зинаиду Золочевскую. Она в этом каталоге пригласила 2 человека. Следующий слайд. И желаю всем успеха. Секрет успеха. Не отвлекаться на конкурентов. И такое стихотворение. Счастья желаем, здоровья, успехов, нежности, ласки, радости, смеха. Желаем с родными во мир прожить, из пенсии по жизни идти, не тужить. Желаем счастья, светлых дней, здоровья, что все ценнее. Дороги жизни подлиннее и много радости на ней. И на этом у меня все. Желаю всем быстрого роста и надежную команду вам. Желаю успеха, не останавливаться на достигнутом, и чтобы все, кто здесь находится на итогах каталога, поехали в 2016 году на банкет директоров, также на конференцию в Анталию. Всем спасибо, пока. Ребят, как нас слышно? Поставьте плюсики. Марина, молодец. Маринка, ты просто супер. Можно я прям несколько слов скажу? Ребят, Марина школьница, она вот прям только, да, вот, ну, вообще молоденькая девочка. Марина, тебе 15 или 16 лет исполнилось? То есть это вообще такой юный человечек, такой чистой души. И я хочу немножечко рассказать еще про Зинаиду Золочевскую. Тоже она сейчас у нас в комнате. Вы видели, что Зина у нас постоянный участник премьер-клуба, всегда делает минимум 150 баллов. Но я просто удивляюсь позитивности этого человека. Вы знаете, фамилия прям вот соответствует на 100%. Золотой человек с золотыми руками, золотой душой. Разговаривать, конечно, с ней одно удовольствие. Так вот, Зинаида Злачевская работает в детском садике. Она нянчит деток, она им готовит кушать, она и сторожит. То есть она делает там все, мне кажется, вот, ну, садик держится только на ней. Помимо всего прочего, она еще всеми ночами делает рассылку в интернете, то есть учится рекрутировать. Ребят, ну это просто вообще вот супер! Я даже передать не могу. Зина, спасибо тебе огромное за то, что ты в нашей команде, за то, что ты такой супер позитивный человек. Я прям вот равняюсь на тебя. Супер. Желаю успехов от всей души. Ребят, как ваше настроение? Не устали еще? У нас еще одно поздравление одной команды менеджерской, команды Алены Поповой. Ребят, знаете, у Алены проблемы с компьютером. И вы знаете, она единственная только с телефона делала вот слайды, и поэтому без фотографий. То есть она просто написала о своей команде несколько слов о самых активных людях. И вот я с удовольствием передаю от нее привет. Она скоро вернется в строй буквально на днях. И поздравляем Вебер Марию. Да, Миша, фанфары давно не включали. Забыли про фанфары. А, Мария Молочина прошла уже второй шаг. То есть она одним заказом так, в первый же день, как пришла в команду, сразу прошла первый шаг. В первый день каталога второй. И, наверное, уже и третий прошла. Я еще не видела, не смотрела. Также поздравляем Жилину Людмилу. Очень активная девушка. Вы знаете, это тренер по конькобежному спорту. То есть она работает с детками, у нее дети чемпионы, на олимпиадах выигрывают. То есть это очень интересный, удивительный человек. И так бы было здорово, если бы она, ну, активно стала развиваться в этом бизнесе, потому что это великолепный организатор, управленец. Ой, у нас 33 телефона, все звонят одновременно. Ой, тут даже стихи есть. Людмила, наша милая, вы самая красивая, вы добрая, нежная, гламурная, прилежная, роскошная, опрятная, весьма невероятная. Вы просто умиление, восторг и вдохновение. Успехов вам, удачи, одежды от Версаче, веселых дней побольше и жить как можно дольше. Ну, прям в точку. Молодец, Аленка. С душой подошла к этому делу. А Семина Екатерина.
Тоже мамочка двоих деток, 178 баллов. Личный заказ, очень-очень мощный заказ, хочу сказать. Все у тебя, Катя, будет хорошо. Тут даже без вопросов, точно знаю. Ум, красота, манера, все судьбой дано. Здоровья крепкого и счастья пожелаю. Вот такое чувство, как будто Аленка сама сочиняла, потому что вот прям под каждого человека подходит идеально. Ребята, знаете, вот хочу сказать, что Катя пришла когда к нам в команду, очень был такой вот огонь, желание, чтобы получилось. Но не все сразу получается. У кого-то, вот знаете, сразу вот как по маслу идет, а у кого-то вот такие препоны встречаются, вот как-то трудности, да, Миш? И вот Катюшка, она не пошла дальше, то есть остановилась. Я очень-очень сильно желаю, чтобы Катя, вот знаете, как захотела обратно, то есть воскресила в себе вот это желание, страсть и вернулась в команду, потому что девчонка вот просто великолепная, умничка. Так бы хотелось каждому из вас помочь, чтобы у всех получилось. Ну, насколько можем, стараемся. Поздравляем Татьяну Шайнову, 152 балла, личный заказ. Желаем летом пляж и море, веселый отдых без забот, а осенью, чтобы много денег дал бизнесу круговорот. Как говорится, что летом посеешь, то осенью пожнешь, да? Весной любви, такой огромный, что без края и без дна. Еще Татьяне пожелаем счастливой быть в любой денек и непременно улыбаться, читая этот поздравок. Круто, молодцы. Ну и, конечно, сама Алена Попова, она всегда в премьер-клубе, несмотря на то, что она у нас в проекте стала мамой, родила Анечку, да, стала двигаться вверх по карьерной лестнице, дошла до 15%, сейчас вот на 12, да? Да, на 12. Я верю, что Аленка, будущий наш президент, потому что этот человек не просто молодая девушка активная, но это еще и огромные амбиции, целеустремленность, поэтому все в твоих руках. Я вас всех очень-очень люблю и ценю. Большое спасибо за то, что вы все есть у меня. Ребят, на этом наш поздравительный банкет подошел к концу. И мы еще раз хотим сказать вам слова, ну не просто благодарности. Я хочу сказать вам огромное спасибо за то, что вы такие удивительные. Потому что вот только те люди, которые все время ищут что-то новое, стараются разобраться, чему-то научиться, искать новые возможности. То есть не стоять на месте, не сидеть, вот кризис на улице, да, ну и все, и будем сидеть и ждать, когда государство что-то для нас делает. Ребят, вы сегодня увидели, что люди абсолютно разные, и совсем юные, и девушки, парни молодые, и очень взрослые люди. Если сильно захотеть, как говорится, можно в космос полететь. У нас разные примеры, разные истории в команде, очень классные. И я надеюсь, что вас они вдохновили сегодня на то, что вы, знаете, без оглядки поверили в себя и начали делать. Потому что здесь все дело только в действиях. И вот есть люди, которые остановились, не пошли дальше, попробовали, знаете, как чуть-чуть, как бы прикоснулись к этому бизнесу месяц, кто-то два, кто-то три, не пошло дело и бросили. Ребят, не бросайте, я вас, вы знаете, вот как кто-то сказал, заколдую, да, на успех. Я вас просто очень прошу, поверьте в себя, поверьте в этот бизнес, потому что здесь люди становятся миллионерами. Уникальная возможность, согласитесь со мной, ребят. Ну, кто согласен, завалите смайликами, плюсиками. Это же уникально, ребят, мы с вами просто вот в шикарном, очень серьезном бизнесе, в основательном бизнесе, в шведской компании работаем. Но я не знаю, я круче, я просто вариантов не вижу. Вот мы живем вроде бы в крупном городе, общаемся с разными, со многими людьми. Вот перспектива для людей обычных, которые, как сказать, этом, ну, не имеют связи, не имеют больших денег, перспектив практически-то нет ни у кого. А здесь можно за полгода выйти на хорошую зарплату. Через полгода еще, да, прибавьте, время же все равно пройдет. Можно уже выйти на неприличную зарплату. И так вот двигаться, двигаться вверх. Ребята, я вот сейчас увидела фамилию в чате Шемерденко Ирбеков. Ребята, это тоже наш новичок. Шемерден, привет тебе огромный. Он из Казахстана. Удивительный человек. Я забыла на слайдах отобразить, каюсь. Прям, знаете, бывает такое. В распечатке нет, международная команда, каюсь. Забыла. Шемерден пришел осознанно и нашел нас. Если я не вру, поставьте плюсик.
На русском желательно. Да, пришел осознанно, то есть нашел нас через канал YouTube, смотрел ролики, это вот он да, сам рассказал нам. Мы созвонились в скайпе, сначала поговорили и договорились, что вот когда он решит уже точно работать, он заполнит заявку. Долго ждать не пришлось, заявка прилетела очень быстро, буквально прям через несколько денечков. Сейчас, что могу сказать, сразу же был сделан первый заказ. То есть сразу, то есть это, ну как, да, не обсуждается. Бизнес, значит бизнес. Надо потреблять продукцию, значит надо. Вопросов нет. То есть, да, пришел, увидел, победил. Сейчас тоже созванивались на днях. Шемерден на вахте, далеко, людей там нет, только с кем он работает. И он с ними общается, то есть рассказывает о нашем бизнесе. Рассказывает о возможностях интернет-проекта. И я верю, что вот если он будет продолжать, Шемерден, если вы не остановитесь, вас ждет большой-большой успех. Я вам всем, ребят, вот всем от души, каждому, кто сидит сейчас в комнате, нашел возможность прийти, каждому, кто будет смотреть нас в записи, мы вам желаем вместе вот от всего нашего коллектива, от нашей семьи успехов. Просто огромного, мощного карьерного роста. И просто не будьте никогда ленивыми. Ой, Маш, забыла про вас. А мне самой озвучить ваши слайды, да? Ну да, Маша с телефона. Маша с телефона. Ребят, у нас так круто, так много команд, что я даже просто вот уже и забываю некоторые команды. Конечно, с удовольствием представляем команду Марии Склиренко, Марии из города Урай. И самое главное, что Маша как раз у нас квалифицировалась на поездку в Египет. Поэтому, Маша, тебе бурные аплодисменты. Команда 15%. Надеюсь, скоро циферка будет стоять 22, Маш, с твоими партнерами. Одна Вика чего стоит. Да? Тут надо делать бизнес легко и играючи. Ребят, кто такой Q-рекрут? Да, Кюшка. Многие так говорят, а вы сколько у вас Кюшек в команде? Кюшка – это человек, который сделал 100 баллов, вот вы видите внизу подсказочка, 100-бальный заказ в течение 21 дня с момента регистрации. И получает очень много преимуществ. Очень много. То есть это 200 рублей на счет. Это 50% скидка на самый дорогой продукт. И еще 100 баллов лояльности. Он может их копить, эти баллы, а может сразу поменять на подарки. И мы поздравляем Кюшечек. Это Валей Устина и Вылко Ксения. Ребята, аплодисменты огромные. Просто вы супер молодцы. Да, все в отпуске еще успевают работать. Супер просто. Я вот с ребятками не знакома, но вижу, что красивые, умненькие девочки. Наши новички. Валея Устина 102 балла, Вылко Ксения 100 баллов и Медведкова Ольга 23 балла. Так держать. Желаю всем пройти стартовую программу. Второй шаг прошли у нас Вероника Талеева, спонсор Виктория Безумова. Вика молодец, очень классно работает с своей командой. И вот вы видите и по команду активистов. Наталья Алешина. Натуля, ты здесь? Аплодисменты. Наташа живет в деревне, в селе, работает дояркой. Ребят, человек просто, во-первых, красивая. Во-вторых, это просто позитив, само очарование. А самое главное, как она хочет быть директором, вы не представляете. Просто она приходит вот с фермы, и до 3 ночи сидит рассылку делать, а в 4 уже идти на работу. То есть буквально, знаете, выкладывается по полной программе. И вы видите, что wellness 80 баллов. Это ценно. Да, здоровье на первом месте. Мария Ган. Мария у нас очень далеко живет, по-моему, Карелия, да? Да, да, кстати, у Наташи Алешиной племяннику 10 лет, он делает рассылку в социальной сети «Друг вокруг». А, Камчатка, Камчатка. Мария Ганс, Камчатки. Ребят, это просто вот очень далеко. Поставки один раз в каталог всего случаются. Маша прошла 2 шага квалификации на Анталию. И сама личный заказ сделала 160 баллов. Супер, аплодисменты. И, наконец, Вика. Вика Безумова. Вика педагог, она учитель в школе. И ей очень нравится наш бизнес. Это просто человек, мало того, что... Вика, ты здесь, супер. Вика и целеустремленный человек, и очень правильно работает с командой. То есть это истинный менеджер, да, прирожденный. А самое главное, что в принципе-то у нас тут нужно просто учить людей.
И Вика здесь может реализовать свои педагогические способности, обучая людей быть богатыми. Да, Вика, виват, супер, молодчина. Талиева Светлана, личный заказ 163 балла. Супер, молодцы. Да, мы все друг у друга учимся, ребят. Я вам благодарна, что вы меня учите. Я с вами общаюсь, становлюсь лучше, понимаю какие-то вещи ценные для меня, чтобы быть потом для других людей тоже полезным. Золотой премьер-клуб, Маша, ну как же без этого? Личный заказ 312 баллов, а wellness подкачал, да? А, запасы, ого-го, и го-го, да, будьте здоровы, как кони. Кушайте wellness и будете всегда здоровы. Маша, ты супер. Жду тебя, не дождусь уже в директорской команде, и я тебя прям вот гипнотизирую на то, чтобы ты на банкет уже точно квалифицировалась. И у нас молодцы, сделали первый шаг и стали консультантами 3%. Талеева Вероника, 303 балла групповые. Рочева Евгения, 328 групповых. И Бергер Наталья, тоже 328 баллов. Ребят, ну уже, да, есть старт. Есть от как бы не с ровного места, да, Миш, подсказывай, как это сказать. Том была без золотого. Ну вот на этом, да, у нас всех мы, ребят, никого я не забыла, всех озвучили. Всем успехов в новом каталоге. Ребят, 10-й каталог уже стартанул для кого-то вчера, а для многих уже в воскресенье. Мы уже в воскресенье сделали свои заказы, в воскресенье активно работали, у нас уже была первая регистрация. Самое главное, что я вам хочу сказать. Ребят, пишите планы. Все записывайте, что вы хотите сделать, на какой уровень выйти, кому вы поможете подняться по карьерной лестнице повыше. То есть все, что написано пером, не вырубишь топором. И если у вас вот есть видение, перспективы, да, что делать, как делать, я вот в четверг повторю планерку с точными расчетами, как рассчитать свою поездку на банкет, на конференцию, чтобы вы успели. Ребят, это несложно, поверьте мне. Надо просто захотеть, запланировать и делать каждый день. Не надо останавливаться. Не надо так поделать и бросить. Делайте каждый день. Это ж не сложно. Вот если вы устроитесь на работу и будете делать там свои должностные обязанности через 2-3 дня, вас же выгонят с работы, правильно? Здесь вы сами себе начальник. И вот мне понравилось один раз... Выступал Эдуард Васильев, я очень уважаю этого лидера. И он сказал, ребят, вот если бы вы были своим начальником, вот представьте, что вы сами свой начальник, вот так, как вы сейчас работаете, если бы вы были начальником, вы бы себе выписали бы премию, вы бы себе заплатили зарплату за то количество действий, которые вы делаете, за тот вклад, который вы делаете в свой бизнес. Честно, вот скажите, вы бы себе заплатили? Да, есть такое выражение, что Oriflame слишком много платит, потому что реально вот за такие вот пустячные действия нам платят такие огромные деньги, компания готова платить. Чё смеетесь? Заплатили бы или нет? Поэтому, ребят, организуйте себя. Это ваш бизнес, это ваше дело. Вот мы с Мишей просто уже сделали выбор. Это наше семейное дело. Мы строим себе... Наследие создаем для будущих поколений. И вы сделаете то же самое. Если вы это выберете, то у вас просто это все будет идти, развиваться, и, как говорится, все будет бизнес расцветать, как цветок, который Маша изобразила на слайде. И я вам желаю, чтобы успех пришел в ваши семьи, успех, благополучие, здоровье, счастье, чтобы они всегда были с вами, вашими неразлучными друзьями. И нам того же. Конечно. Да? Ребят, спасибо вам огромное. Миш, ты еще что-то добавишь? После твоих фраз уже сложно что-то добавить. Всем спасибо. Спасибо вам огромное. Желаем, чтобы в 10-м каталоге наши слайды просто лопнули от количества фотографий, новых результатов, новых уровней по карьерной лестнице. Забирайте все деньги. Ребят, спасибо вам огромное. Мы вас очень-очень любим. До встречи. Пока. Пока-пока.